Около 60 человек были задержаны полицией Нидерландов в городе Гауда, когда празднование в честь помощника Синтаклааса, голландского Деда Мороза, встретило негативную реакцию со стороны выходцев из Африки. «Черный Пит – расист». Под таким лозунгом участники акции протеста решили выразить свое мнение по поводу традиций Нидерландов и Фландрии. По легенде, «Черный Пит» приносит хорошим детям подарки и наказывает плохих, спускаясь через дымоход. «Все, против чего я выступаю, это черные лица. Вот и все». «Я пришел сюда, чтобы сказать, мы потомки рабов, которые подвергались насилию со стороны Нидерландов. Мы больше не согласны с тем, что скоро около 300 черных помощников, похожих на рабов, придут вместе с Синтаклаасом». Те, кто принимал участие в праздновании, не связывают традиции с рабством. «Это все люди, у которых возникли проблемы с черным питом. Это наша традиция, оставьте ее в покое. У вас есть свои традиции, так почему бы нам не отмечать наши?» Происхождение легенды о черном пите противоречиво. Одни связывают появление чернокожего помощника Синтаклааса с историей о волхвах, другие напоминают о том, что невозможно пробраться через дымоход, не запачкав при этом лица.